Бизнес-привлекательность города опытные экономисты часто определяют по количеству крупных предприятий, функционирующих и развивающихся в нем. Брест в этом смысле имеет довольно выгодные позиции. Областной центр на протяжении десятилетий остается серьезным игроком на экономических просторах, а предприятия города – крупнейшими поставщиками продуктов в различные страны мира. Чтобы сохранить престиж, необходимо развиваться. В этом вопросе важна комплексная поддержка, что рады предложить заводам-гигантам в областной дирекции открытого акционерного общества «Белгазпромбанк». Становясь клиентом с грифом «корпоративный», а в такую категорию входят предприятия, имеющие годовую выручку, превышающую эквивалент в 3 миллиона долларов, завод, фабрика, организация имеют все шансы получить качественную квалифицированную поддержку. В перечне предложений открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» есть большое количество интересных продуктов для корпоративных клиентов. Как правило, представители крупных предприятий интересуют услуги по финансированию. Участник нашего очередного открытого диалога знает в этом вопросе все и даже больше. Сегодня это Лариса Гречко, начальник отдела корпоративного кредитования банка Брестской областной дирекции открытого акционерного общества «Белгазпромбанк». Ну и, наверное, свой первый вопрос я начну с того, что расскажите, какие формы финансирования сегодня готовы предложить крупному бизнесу в областной дирекции открытого акционерного общества «Белгазпромбанк». «Белгазпромбанк» осуществляет финансирование по классическим направлениям. То есть это кредитование, это проектное финансирование, торговое финансирование. Помимо инструментов классического кредитования, «Белгазпромбанк» для предприятий сегмента корпоративного бизнеса предлагает ряд других инструментов. Это финансирование клиентов под уступку денежного требования, факторинг. Это предоставление клиентам имущества финансовый лизинг. Выдача банковских гарантий, предоставление поручительства, организация выпуска облигаций для юридических лиц с последующим выкупом «Белгазпромбанк», а также открытие непокрытых аккредитивов. Все эти операции производятся как в белорусских рублях, так и в российских рублях, в долларах и в евро. Тенденции таковы, что сегодня все чаще при обращении в банк разговор идет о кредитовании. Лариса Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о сроках и перспективах выплаты. Кредиты в текущую деятельность выдаются, как правило, до 3 лет. При доступлении срока платежа по кредиту и потребности предприятия в дальнейшем финансировании в текущую деятельность банк параллельно открывает вторую кредитную линию, что позволяет предприятию не вымывать денежные средства из оборота и осуществлять дальнейшую деятельность. Инвестиционные кредиты, как правило, выдаются от 5 до 7 лет, но локальными документами банка предусмотрена возможность выдачи таких кредитов до 10 лет. Хотелось бы акцентировать внимание на двух направлениях. Это кредиты в текущую деятельность в виде траншевых кредитных линий с установлением транша от 30 до 120 дней. Привлекательность таких кредитов для клиентов заключается в стоимостных параметрах. Кредиты такого направления в евро и в долларах США варьируются стоимость от 3,5% годовых до 6% годовых. По российским рублям стоимость по таким кредитам там состоит от 9,9% годовых до 11,4% годовых. Второе направление – это кредиты для поддержки внешнеэкономической деятельности. «Белгазпромбанк», имея развитую сеть корреспондентских отношений и положительный имидж на международном рынке, сотрудничает с крупнейшими финансовыми институтами. «Белгазпромбанк» имеет возможность привлечения источников финансирования внешних контрактов белорусских предприятий под рамбурсную поддержку акционерного общества «Газпромбанк», город Москва, Международного инвестиционного банка, а также ряд других первоклассных финансовых институтов. Активно сотрудничая с польским банком «Банк Господарчий Краевый» в рамках государственной программы поддержки польского экспорта под страховое покрытие КУКЕ, «Белгазпромбанк» имеет возможность предложить белорусским импортерам привлекательные условия финансирования внешнеторговых контрактов с польскими поставщиками. Каковы условия финансирования? Это наличие заключенного импортного контракта с польским поставщиком. Предметом контракта являются товары и услуги польского производства, где не менее 50% должна быть польская составляющая. Помимо кредитных ресурсов польского банка, хотелось бы обратить внимание на возможность финансирования внешних контрактов за счет ресурсов Росэксимбанка город Москва. Данные ресурсы представляются в рамках государственной программы по финансированию импорта высокотехнологичной продукции из Российской Федерации. Каковы критерии по этой госпрограмме «Отбор»? Товар должен быть российского производства, отсутствие предоплаты по внешнеторговому контракту, очень интересные процентные ставки. То есть процентные ставки по программе могут быть от 6% по российским рублям и от 1,5% годовых по долларам США и евро.
Насколько я знаю, для того, чтобы претендовать на получение кредитования, необходимо предоставить в банк определенный пакет документов. Хорошо, когда он собран грамотно и в срок, с учетом всех требований. Однако есть вероятность, что банк что-то может не устроить, а работа проделана немалая. И как быть? Для этого у нас есть этап предварительного рассмотрения пакета документов. Предприятие представляет минимальный пакет документов, порядка 6 документов. В течение 3 дней получает ответ о возможных продуктах финансирования. Банк в данном случае может предложить наиболее приемлемый вариант для предприятия, который будет максимально устраивать клиента. Также есть возможность финансирования по упрощенной процедуре, то есть с минимальным пакетом документов. Нами предоставляются кредиты на покрытие овердрафта клиентам, имеющим текущие счета Белгазпромбанк в валюте текущего счета. В данном случае предпочтение отдаются клиентам, находящимся на расчетно-кассовом обслуживании в банке не менее 6 полных месяцев, которые не допускали нарушения исполнения обязательств перед банком. И хочется отметить, что представление кредита в форме овердрафта в сумме до 30% от среднемесячных поступлений выручки на текущий счет, по которому предоставляется овердрафт за последние 6 месяцев, осуществляется без обеспечения. Организуя и развивая крупный бизнес, важно правильно выбрать банк, через который будут проходить расчетно-кассовые операции. В пакете услуг Брестской областной дирекции Белгазпромбанка это не просто набор стандартных процедур, это комплексная поддержка в самых насущных вопросах, а также приятные бонусы. Сегодня Брестской областной дирекции обслуживается около 4600 клиентов. В том числе за неполные 3 месяца текущего года у нас в банке открыто 150 новых клиентов. Чем же привлекателен наш банк? На первый взгляд кажется, что большинство банков сегодня предлагают совершенно одинаковые пакеты расчетно-кассового обслуживания. Но это далеко не так. Расчетно-кассовое обслуживание в Белгазпромбанке, кроме стандартных операций, предусматривает весь спектр банковских услуг, связанных с обслуживанием клиента. Озвучу некоторые аргументы в подтверждение того, что наше предложение парковой является наиболее качественным и полным на сегодняшний день. Первое – это отсутствие комиссии за дистанционно-банковское обслуживание клиентов, обслуживающихся по пакетам РКО. Второе, и с моей точки зрения наиболее важное – это обслуживание скрытых комиссий за любые платежи в банке. Банк по платежам работает сегодня день в день, с готовностью обсуждать с клиентом любой вопрос, возникающий в процессе исполнения банковского платежа. Оценить преимущества услуг Белгазпромбанка уже успели многие предприятия-флагманы, чьи имена известны не только в Бресте, но и за пределами республики. Белгазпромбанк – один из основных наших банков, если не считать главным стратегическим партнером. Наш совместный бизнес, наверное, самый большой по сравнению с другими банковскими учреждениями, поэтому мы в полной мере можем оценить и качество услуг банка, и квалификацию персонала. И должен отметить, что не только по показателям роста динамики прибыли, соотношения прибыли к активам, которые мы, естественно, отслеживаем и видим, что банк растет, могу с уверенностью сказать, что Белгазпромбанк – один из лидеров банковского рынка Республики Беларусь. Наша компания является клиентом Белгазпромбанка уже 19 лет, то есть фактически с момента его основания. Все эти годы мы плодотворно работали с Белгазпромбанком и довольны этим сотрудничеством. Постоянно мы пользуемся такой услугой Белгазпромбанка, как краткосрочные траншевые кредиты. Нам удобна эта форма сотрудничества тем, что эти кредиты позволяют нам закрывать наши временные финансовые разрывы, достаточно низкие процентные ставки и время, удобное для оформления этих кредитов. Сегодня Брестская областная дирекция открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» – это проверенный временем партнер на экономической платформе страны. Перечень доступных проектов способен удовлетворить запросы клиента любой категории обслуживания. Взяв на вооружение такие принципы, как оперативность, информативность, доступность и открытость, представителей Брестской областной дирекции открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» смогли создать свой образ современного учреждения больших возможностей.
Мы с коллегами в рамках проекта «Уроки финансового благополучия» постарались ознакомить вас с основными банковскими продуктами Белгазпромбанка для физических и юридических лиц. На самом деле продуктовая линейка по каждому направлению бизнеса очень разнообразна. Она дополняется и совершенствуется ежемесячно. И Белгазпромбанк в своей работе основной задачей видит обеспечение клиентов продуктами и услугами, максимально отвечающими их потребностям. Банк активно и успешно развивает дистанционное банковское обслуживание. На сегодня практически можно пользоваться всеми продуктами Белгазпромбанка без посещения офиса. Предусмотрена возможность получения как онлайн-кредита, так и размещения онлайн-депозита как юридическими, так и физическими лицами. Кроме того, разработана возможность возврата депозита физического лица без посещения офиса. Для более детального ознакомления с продуктами Белгазпромбанка приглашаем вас посетить наши офисы в городе Бресте, Кобрине, Барановиче и Пинске. Для ознакомления или для получения возможности работы с нашими онлайн-продуктами рекомендуем посетить сайт Белгазпромбанка belgazprombank.by. 19 апреля мы планируем провести для клиентов малого, среднего и крупного бизнеса города Березы и Березовского района семинар. Более детальная информация будет размещена в прессе. Приглашаем вас принять участие в данном форуме. Белгазпромбанк в своей работе следует миссии по формированию среднего класса. С этой целью мы осуществляем образовательные, культурные, просветительские, спортивные проекты. О данных проектах в обязательном порядке мы расскажем при следующей встрече в апреле, буквально вот в следующем месяце. Сейчас я вам говорю до новых встреч и спасибо за то, что вы были вместе с нами.